Для Жанны Тынымбаевой приезд такой звезды казахстанского юмора, как Турсунбек Кабатов, стал подарком и сюрпризом одновременно. Об этом концерте, зная ее вкусы, ей сообщили друзья. И даже билет подарили. Кусанайцы, мне кажется, любят юмор именно Турсунбека Кабатова и его помощников, потому что они нацелены именно на казахские традиции, именно казахские обычаи и, например, казахской пунктуальности было очень много шуток. Мы рады, что он к нам приехал, мы хотим, чтобы он к нам приезжал почаще. Это весело, это интересно, а нам это нравится очень. Еще задолго до начала представления все билеты были проданы. На протяжении 2 часов зрителей в зале не покидала улыбка и отличное настроение. Ведь для них и пели, и танцевали, и играли на домбре. Турсунбек Кабатов, который запомнился многим со своими шутками про родной Казахстан, со сцены областной филармонии шутил не хуже, чем на фестивале КВН в Сочи. Как признается сам шоумен, этой юмористической программе всего 2 года, хотя многие номера специально для кустанайских жителей импровизированы. Шоумен не ожидал такой встречи и пообещал приезжать в Кустанай чаще. Я очень рад, что вот только сейчас первый концерт закончился, у меня впечатление до сих пор. Вот я, если честно, нам сказали, что в Кустанае, ну у нас сегодня концерт на казахском языке, казахскоязычный концерт, но театр у нас, Конгуль Тапанар театр, сатира юмора города Астаны. Я очень рад, что я приехал, и вот в следующий раз я ему, зрителям нашим обещал, вот, я могу по телевизору могу вещать, следующие вот концерты, наверное, будем начинать с Кустаная, потому что народ, вообще публика очень отличная. Александр Стаканов, Нурлан Кисыков, РТН.